По аналогии с Эль Классико, конечно, здесь. Ух ты! Ух ты! На угловой. Ян, как все быстро получилось и как ловко вышел удар у Маты. Да, не тянул ни в коем случае этот мяч Тибо Куртуа. Нырни он точно в створ. Все, ноль шансов. Попал в перекладину. По зоне комфорта Челси. Здесь чаще, чем на любом другом стадионе, выигрывает синий. А пока смотрим за этим моментом. Азар, передача низом. Янг остается на позиции центрального защитника. Выбивает. Минуты, и здесь уже Олд Траффорд притих и начинает работать гостевой сектор. Виллиан, резаная подача. Деке вытаскивает какой-то космический мяч, который запускает Джон Терри. Все говорили, будет скучно, а здесь 0-0 за 4 минуты. Два сумасшедших момента получила эта игра. И какое спасение Давида Де Хеа. Я пока не буду заглядывать в турнирную таблицу, потому что там кое-какие изменения произошли. Огромное количество матчей уже с... Эррера. Баск. И дальше штрафное. Руни. Под удар. Шнайдерлин. Великолепный момент. Бьет внешней стороной. Марсиаль вошел в штрафной, очень легко обыграл. И штанга! По каркасу ворот сегодня, как бьет Манчестер. Пока все получается точно. Перекладина есть, штанга есть. Но удивляет та легкость, в которой Марсиаль прошел Бронислава Ивановича. Очень плохой сезон у второго номера. И вот мы сейчас видим подтверждение. Марсиаль, конечно, красавец. Все сделал очень четко и чисто. Но если ты защитник уровня... Юнайтед. Руни. Удар. Шикарный сейв Тибо Куртуа. Надо отдать должное мощному удару Уэйну Руни и тому, как Тибо Куртуа расположился в воротах. Он знал, как полетит этот мяч. Сыграл красиво и очень надежно. 29-я минута. Опять угловой у ворот Манчестера. Красивая игра. Не назвать ее шикарной. У Манчестера Азар пошел.